Пламенение. Ударить прямо в сердце их, космонавтики. Покончить с их баллистическими ракетами. Ударить по группе восхождения, по нацистам-ученым, доставшимся русским после войны. Да, он жаждал их знаний, их сведений. Операция 40 внедрила двойного агента в группу восхождения. Григорий Уивер. Он должен был повредить ракету. На что-то сорвалось, Мейсон. Эти гребаные числа в моей голове! Форма. Я займусь тем, что на земле, а ты вторым. Давай. Задание убить Драговича? Уивер был русским, но неплохим. Надеюсь, в Воркуте ты выучил русский, Мейсон. Хорошо бы да, надо спасти Уивера. И стрелять, маскируйся. Эй, что это за шум? А, чертовы псы! Если чертовы псы будут брехать, пристрелите их и дело с концом. Ладно. Есть. Брукс и Боуман должны быть впереди. Экс-рей, это Виски. Вижу противника. Сейчас разберемся. Что с Уивером? Попался. Действуем согласно плану. Выбираем момент. Ладно, пошли. Что происходит? Повышенное давление в отсеке 12А. Будь незаметным. Может остановить? Нет. Вспомогательная система должна сбалансировать любые колебания. Ты уверен? Уверен. Не выходит на связь. Уже не нашли тела. Все в норме. Делай то же, что они. Все системы. И дистанция связи. Снайперы занимают позицию на крыше. Пара людей впереди. Бомбы, Брукс, уберите их. Проблема. Со мной. Готов? Зачищай этажи, покуда тело. Я лишу их связи. Вперед! Перезаряжаю! Назад, за стойкой! Готов! Готов! Удрай!